Всем привет, мальчики с девочками. Хочу закрутить пару банок вот этой вот сливы. Посмотрите, какая. Вот это вот слива, вообще огонь. Капец, вчера рвали вечером. Там еще два дерева, вот такое, вы представляете? Сейчас пойду перемою посуду. Надо посуду помыть. На улице жара стоит вообще. Я сегодня рано проснулся, выгнал гусей и все. И пошел вчера спать лег. Сейчас помою пару банок, посуду перемою. Постирушки у меня тут двигаются. Но сначала я поеду, съезжу в магазин. Надо купить, короче, сетку на окно. Поставить вот сюда вот сетку. Убрать отсюда стекло и поставить сетку сюда, потому что ну, здесь вообще никак не проветривается. Окна закрыты все. Ну, сюда поставить и в душ поставить, чтобы хоть какая-то циркуляция воздуха была. Потому что здесь очень жарко. Сейчас еще буду кипятить. Вообще здесь будет, короче, жесть. Вот, так что смотрите, будем крутить. Есть у меня рецепт. Вчера приезжали друзья, как сделать сливы моченые. Вот. Так что я пару банок закручу типа компота и попробую баночку сделать вот такой вот моченый. Надо заехать аспирина еще купить. Аспирин нужен, таблеточку. Вот, ну по рецепту. Так что смотрите дальше. Так. Такой душняк у нас, ребята, стоит, вообще просто жесть. 36, по-моему, градусов вообще. А завтра пятница, суббота 34. Пятница, суббота, воскресенье 38 градусов. Но это будет градусов 40 точно. 42 даже там, наверное. Просто жесть. И дождей вообще не предвидится. 34 градуса. Так. Что я сделал? Я, короче, сделал... Три банки компота я закрутил со сливы. И вот сейчас одну банку я хочу сделать, короче, ну, моченую. Мне вчера вот друзья написали рецепт. Рассол вот как делается. На 3 литра воды 2 столовые ложки сахара, 0,5 столовых ложки уксуса. Уксус 6%. У меня 9%, я немножко меньше уксуса. И 3 ложки соли. Это вот чтобы короче, замариновать их. Ну как их замариновать? Замочить, короче, вот. И одна таблетка аспирина на 1 литр воды. На 1 литровую банку. Это надо 3 талбетки. Талбетки, я так всегда говорю, таблетки. Так прикольнее просто. 3 таблетки аспирина, значит, надо сюда. Сейчас я пойду еще 3 таблетки аспирина возьму. И их тоже там за это самое раскрошу и туда же. Ну и попробуем. Я вот одну банку буду крутить. Больше я не буду делать. Здесь у меня... Ну все, не осталось. Надо идти рвать опять. Я 3 банки закрутил. Сейчас они остынут. Я их поставлю в подвал, посмотрим. Одна банка у меня только черешня взорвалась. И одна банка у меня мутная почему-то. Не знаю почему. Ну, а 2 банки хорошие. И вишню закручивал, тоже 2 банки хорошие вообще. И эту, как ее закручивал, жердёву, тоже 2 банки закручивал, блин, вообще нормально все. Так, я был в больнице, но цитрамон П. Но это не сейчас, давно. Я просто не знаю, что такое аспирин. Мне оказывается, вон что, я ходил тут. Думал, вот от боли и жара, видите, ацетиловая кислота. Оказывается, это ацетиловая кислота. Вообще, я же не этот, неграмотный, короче, в этом отношении. Ладно, сейчас я еще сделаю 3 талбетки, как я люблю говорить, 3 талбетки. Надо их раскрошить, наверное.
Все, и просто заливаешь, ну, вот этим кипятком, то есть вот этим рассолом. И говорят, будет моченая. Моченая, короче. Ну, типа маринованная, что ли, не знаю. Я говорю, это вот друзья вчера были в гостях, они мне посоветовали. Я сейчас вот попробую сделать одну баночку. Получится, получится. Но следующий год, значит, тоже сделаем. Ого, еще попробую раскалить. Угу. Что-то мне сегодня с утра, думаю, блин, на улице ничего не поделаешь, жарища такая стоит. Возьму-ка я позакатаю, поделаю закатки. Компоты, потому что компоты, я вообще зимой компоты люблю. Вот эти маринады, там всякие помидоры, огурцы, там и все такое, я не люблю. А компоты я очень люблю. Здесь 3 литра воды. Это вот это все, что, ну, я прочитал, это все на 3 литра воды. И, кстати, хочу сказать спасибо тому человеку, который написал, что чтобы чайник очистился, надо туда просто закинуть немножко лимонной кислоты. У меня там лежала лимонная кислота, я закинул, посмотрите, чайник просто блестит, как новый. А то внизу вот эта вот, ну, такая, блин, полоска черная была, стрёмная такая. Было некрасиво. Ладно, смотрите дальше. Крышку стерилизовал тоже. Первый раз. До этого я не стерилизовал крышки. Так. Ого. Ну, закручивал, ничего, я смотрю, банки вообще нормально. Я говорю, только две банки. Непонятно, что с ними. Вот одну я вылил, она взорвалась. Просто она взорвалась немножко больше, чем я поставил вот тот бетон. Я бы вылил ее туда, в тот бетон. Или, может, плохо закрутил, не знаю. Мне кажется, что это была вообще первая банка, которую я закручивал. Вот, и одна еще мутная. Ну, не знаю, почему сейчас. Друзья должны приехать, в гости, так что сейчас мне расскажут профессионалы, что к чему. Вот. Ну вот так и попробуем. Пускай она будет моченая. Поглядим, что это такое вообще. Все. Ну вот так вот получается. Вот видите, 3 банки компота сделал. И вот эта банка замоченная. Ну, сливы я сюда по-нормальному вообще насыпал по половине. Прям даже чуть больше половины. Все, сейчас пускай остывает, стоит. В одну воды мне маленько не хватило. А так я дополняю их уже, наливал там все. В общем, вот так, смотрите дальше. Ну что, компоты закрутили. Дальше по плану у нас жарка парка кабачка. О, ну очень хочется мне кабачка жареного. Что делать? А, ребятки, как вы думаете? Короче, придется жарить. Придется жарить. Это, куром. Опа, Маргося пришла. Маргосик, что ты приперлась? Толсто резать не буду. Так, потихонечку. Аккуратненько. Че моя? А я кабачки режу. Ты будешь кабачок? А? Кабачок будешь? Чё ты молчишь?
прошлый раз хотел пожарить, но, блин, что-то не срослось у меня, короче, в прошлый раз с жаркой. Сейчас попробуем. Ну, в смысле, я передумал просто в прошлый раз. Я сделал рагу. Сейчас я пожарю кабачок. Мясо у меня там еще пока что оттаивает. А, кстати, посмотри, что с ним-то я забыл. Вот, ага, оттаивает. Все в порядке. Лучше оттает помаленьку, сейчас вот так сюда поставлю под это, под солнышко. Ну, кабачок здоровый, что-то прям огромнейший какой-то. Ну ладно. Ну вот. Вот так как-то примерно. А это курочка. Блин. Курочкам пойду отдам. Пускай едят. У меня с ванной окно выходит прямо сюда. Я им сюда выкидываю. Я бы не сказал, что они особо едят там. Так, что-то клюют. Помаленьку. Лишь бы что-то схватить. А что схватить, вообще все равно. Схватить и бежать. Ну не, вот молодые клюют, смотрю. А у меня уже вторая постирушка здесь. Постельное белье стираю. Ну и белые вещи какие-то. Так, ну что, у меня есть мука уже посоленная. Что это? А, это перец. Это душистый перец. Сейчас я потихонечку буду это дело, короче, жарить. Ладно, пожарю, покажу. Ну так ничего, вроде неплохо получается так. Поглядим, что получится потом на вкус. Жарим, жарим, а жарить вон целая тарелка тут огромнейшая. Так что пока жарим. По поводу посылки, ребята, вчера выложил видео с посылкой. Сразу, в начале видео еще, по-моему. Ну, или в начале посылки, там, когда. Перед тем, как открывать, сказал, что это друзьям. Ну, такую чушь. Вы не пишите больше слово «Женя», оно заблокировано. Вы понимаете это или нет? Кто бы из вас это слово не написал, он будет заблокирован. Вы поймите это, пожалуйста. И не делайте, не занимайтесь этой ерундой. Я не общаюсь с Женей уже на протяжении, там, вот этого времени, как она вот... Вышла из этого дома. Все, мы с ней не общаемся, не поддерживаем никаких отношений. Это я объясняю для тупоголовых, которые ну, реально не понимают и сидят что-то там пишут. Она заказала. Это я заказывал. Это я заказывал. Заказывал для своих друзей. Понимаете? Просто вы их никогда не видели, и я сомневаюсь в том, что вы их увидите вообще. Это те друзья, которые мне помогали в ремонте дома. Там, клеили обои, помогали мне. Да и так как бы мы постоянно общаемся, помогаем. Друг другу вообще, ну, поддерживаем всегда отношения. Поэтому надо понимать эти вещи. Не нужно писать всякую чушь вот эту. Надоело, если честно. Блин, так надоедает, капец. Я вообще как бы не хотел сегодня разговаривать, ну, по какому-то там либо поводу, по каким-либо комментариям. Но что-то я вот сейчас вспомнил, в голову мне вот это ударило, думаю, ну-ка дай-ка я там скажу. А то что-то, блин, вообще прям. Я понимаю, что есть там такие там, ну, демоны, как их называют, там, до такой степени, ну просто, блин, ну как. Вообще, ну просто вообще.
Ну вот так, ребятки, они у меня тут жарятся. Вот кабачок уже почти улетел, еще вот на один раз осталось. Постелил, кстати, эту штуку сюда, чтобы не моралась, фольгу. А то я уже что-то устал мыть печку эту. Не знаю, еще даже не пробовал, если честно. Сейчас попробую. Мука, видите, пережаривается, блин, чернеет. Нафиг он. Ну ладно, я думаю, все равно вкусные будут. Еще мясо, вот, мясо оттает, но это я вечером буду готовить. Что-нибудь, картошки. Картошки, наверное, стушу, не знаю. В общем, вечером посмотрим. Сейчас пожарю и пойду, скажу, жерделы хочу пособирать. Буду очищать ее от косточек. И хочу поставить варенье, попробовать сварить. Ну, кастрюльку, я думаю, сварю там баночек несколько, там 2-3 баночки. Вот, 2 помыл уже есть. Еще там у меня есть такие баночки с крышками закручивающимися, там посмотрим. Вот. Попробую варенье. Ну и сливы там тоже попробовать. Ну, я не знаю, надо же косточки вытаскивать со сливы. А, блин, со сливы так неудобно ее вытаскивать вообще, если честно. Попробую, не знаю, помучу что-нибудь, в общем, попробую. Ладно, смотрите дальше. Ну вот, кабачки пожарил. Сходил жердёлы насобирал. Там сливы еще немножко. Вот, жердёлы чуть больше пол ведра насобирал. Сейчас включу двигатель, пойду сейчас гусям воды поменяю. Пойдемте посмотрим, как они. Они вообще молодцы. Прикольные, блин, капец. Че, банда моя? Че тут у вас? Ой, блин, воду-то забыл включить. О, рыжик. А, рыжик. Сейчас горячая вода сольется. Домой пошли. Время-то рано, еще 3 часа только. Че? Потерялась? Ё-моё! Ладно, что, домой так домой, пойдем домой. Че, кто воды? Давай, воды помой. Вот я же вот только-только чистую воду наливаю. Нет, надо кому-то туда булькнуться. А? Ты куда вы? Вы че у меня сегодня такие? Пошли на улицу обратно. Нет, так, не пойдет. Давайте, короче, уже зашли. Вперед домой. Давай, давай. Давай, вперед. Давайте. Все, зерно сожрали, все. Ну куда? Вот куда? Вперед. Давай домой. Давай, давай. Не хотите гулять? Вот, сидите здесь дома. Сейчас я вам принесу покушать. Вот там прохладно, да, идите туда.
Сами не знаете, что хотите уже. Належались, что ли? А? Курица в лоб, на! Вот курица наглая. Чё ты орёшь, лысый? Ой, крикливый. Ты такой здоровый, её боишься. Так клюнул её один раз. Где этот? Тайсон, где? Боксёр. Ладно, сейчас принесу я вам поесть. Кстати, вчера вот шкаф делал, стенку сделал. Ну, не снимал, ничего не показывал. Дверь вот одну поставил. Еще вон одна дверь стоит. Со стеклом, с зеркалом. Надо тоже ее прикрутить. Вот, но здесь очень жарко. Здесь дышать вообще нечем. Тут надо либо вечером, либо рано утром что-то делать. Потому что днем тут вообще... Вот, ну и принесу сюда там все рабочие вещи. Полки, не полки, все это дело. Все сюда переселю. Все, что не нужно, все на работу, которая. Ладно, насыплю я сейчас. Покушать им. И эта курица везде. С гусями. Везде. Сегодня до обеда шарахалась там. С гусями. А вот на, здесь зерно, там гранулы. Ешьте, что хотите, что надо. Ну все, давай, чешите. Что надо? Так, если бы они голодные были, весь день траву ели. Еще жарко. Это для тех, кто не видел, что я, ну, что я животных кормлю. Вот зерно, видите, здесь он лысый как ест. У него погоняло лысый у этого типа. Он с детства лысый был, и сейчас вот так вот круто оброс, вообще такой прям. Вот зерно, вон гранулы. Там вон еще кормушка стоит с зерном. Что, ну выгоните курицу, что вы? Гранулы они любят. Ты что нападаешь? Ну, курица их гоняет, вообще наглая. Ну-ка иди отсюда. Что оборзевшая такая? Гуси просто маленькие еще, а она себе позволяет вообще, блин, оборзевшая. Ну, видите как? Одна курица не давала 21 гусю есть. Вообще жесть. Ой, как они напали. Как они их любят, смотрите. Че, лысый? Че ты орешь опять? Так смотришь на меня боком. Сейчас эта банка закончится. Не такие кормушки надо. Надо кормушки, как я у Тимура видел. Такие длинные кормушки. Просто насыпать в эту кормушку, и все. Окружили. Окружили. Ай, молодцы. Леп, ладно, позже приду. Меняю вам воду. Еще раз. Вот так вот целый день. Вот так сегодня у меня вот день прошел, видите. То одно делал, то другое, то третье, то четвертое. Вот так по дому. Там есть умники, которые там, давай строй что-нибудь. Я никому ничем не обязан, я вам просто показываю свою жизнь. Все, ваше дело либо смотреть, либо не смотреть. А указывать мне, что мне делать, ну это уже вообще не в вашей компетенции, ребят. Если что.
Так, ну и что, сейчас я помою жердел и буду отскубливать ее от этих, от косточек. Все, потом покажу варенье. Сгонял я, короче, до магазина, купил вот такую сетку. Сейчас я стекло здесь уберу одно и сюда поставлю, короче. Ну вот, как-то вот так. Сейчас хоть продуваться будет, пойду еще в душ. С той стороны стекло унесу сейчас. И в душ еще с той стороны тоже. А то оно открыто, и оттуда мухи постоянно летят. И чтобы они не летели, надо его тоже забить и заделать. Так, здесь я жерделы на это самое косточки навыщипывал. Сейчас засыплю сахар и поставлю вариться. Варенье будет. Короче, вот так вот сегодня проходит мой день. Он практически уже прошел. Уже время. Сейчас посмотрим. Ага, время уже 6 часов. Вот так. Вот такая слива, видите? Я сегодня показывал уже вам. Вообще круто. Все, на этом, ребят, я пойду заделывать окно в душе. Сейчас уберу стекло и тоже туда поставлю эту сеточку. Видите, оно здесь открыто, и отсюда, ну, оно продувается отсюда, вот тянет, это хорошо. Но вот отсюда мухи летят, я уже устал от этих мух избавляться, если честно. Поэтому поставлю сейчас сеточку, закрою окошко, и все, все будет четко. Все, и на этом я с вами попрощаюсь сегодня. Вот такое было видео. Я в это видео попытался вложить, ну, практически весь свой день. Дальше у меня еще очень много делов. Ну, я уже не буду снимать все, на этом я остановлюсь. Буду монтировать. В то же время на все на это надо. Также все. Кому понравилось, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Не забывайте подписаться на Инстаграм, на второй канал и на Яндекс.Дзен канал, ребят. Я ссылочки все оставляю в описании. Переходите по ссылочкам.